В Новом Уренгое в рейс вышел маршрут Победы. 5 мая с автостоянки МУПАТа «Семерка» выехала по привычному маршруту. Но встречали пассажиров не только водители-кондуктор, но и артисты. Они исполняли патриотические песни, которые знакомы всем с детства. Юные северяне слушали с особым вниманием, чтобы понять глубокий смысл. А те, кто постарше, подпевали. Артисты катались с новоуренгойцами около 2 часов и поздравляли попутчиков с приближающимся праздником Победы. Желаем вам мирного неба, счастья и здоровья! С Днем Победы! Ура! Часовые родина стоят. Катюша, Тальяночка, День Победы, 3 танкиста. Это прекрасно. Жить хочется. А песни знакомые? Да. А какая самая любимая? Все они любимые. Играй, играй, рассказывай, Тальяночка сама. И нам, участникам этой акции, и также людям, которые нас встречали с криками «Ура!» в автобусах, это очень понравилось. И мы хотим, чтобы песни Победы звучали везде, даже в автобусе.